ДТП с летальным исходом. Минувший понедельник в Майкудуке в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек, а еще четверо, в том числе ребенок, госпитализированы. Наша съемочная группа с трудом преодолела возникшую пробку на акведуке, который соединяет центр Караганды с Майкудуком, и прибыла на место происшествия с опозданием. О том, что здесь произошла авария, говорил разве что громкий хруст под колесами проезжавших автомобилей. Они перемалывали то, что раньше называлось тюнингом. Как нам сообщили дорожные полицейские, на Голубых прудах 41-летний водитель «Мерседеса» сбил на проезжей части пешехода и попытался скрыться с места происшествия. Но на большой скорости выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Ауди». Последнюю от удара бросила еще на один автомобиль. Результат необдуманных действий виновника ДТП трагичен. Он сам через несколько часов скончался в больнице. В центр скорой медицинской помощи с различными травмами доставлен пешеход и целая семья, которая ехала на «Ауди». Водитель, его жена, 19-летняя дочь и 3-летний сын. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.